И снова здорово, с вами Маркус, и вот обещанный видос по игре под названием 171. Давненько таких видосов не было, когда я что-то говорю и записываю без монтажа и прочего подобного. Короче, опять же, если вдруг кто не в курсе, вышла бразильская версия GTA. Она сейчас, конечно, в раннем доступе, это альфа-версия, вот они прямо нам сейчас об этом пишут. И я решил ради интереса, точнее, у меня появилось дикое желание в нее зайти, поиграть, и я создал в сообществе в YouTube пост на эту тему. И многие согласились, ну, типа, го, пройди и покажи нам эту игру. И вот, опять же, для этих людей ролик. И опять же, если вы вдруг были не в курсе, вы тоже ее сейчас зацените. Первое, что хотелось бы заметить, во-первых, все здесь будет на английском. Возможно, я где-то буду затупать, не удивляйтесь, мой English не so perfect. Плюс еще, это первый нюанс. Второй нюанс, то что озвучка здесь будет, если я не ошибаюсь, португальская. Ну, так как игра бразильская, там, на португальском, на бразильском, как-то у них, если я прав, португальский, с бразильским диалектом, как и так, короче, суть. Короче, погнали. New Game. Суть игры вроде как, прям, знаете, типичная гангстерская игра, где вы должны отбивать районы, что-то там с чем-то связано. Конечно, расписывают люди, точнее, рассказывали в комментариях, что там практически ничего не сделано, но я хочу это все равно заценить. Надеюсь, хотя бы на 20-30 минут я вас могу отвлечь от того всего, что творится в мире. Зачем напомнил, Сварс? Зачем я это вообще все напоминаю? Язык моментами заплетыкается. Первый нюанс, который я хотел заметить, почему у меня до сих пор висит мышка на экране. О, вот и она пропала. Воу. Ага. Так, ну, конечно, никаких... Так, мне, конечно, с учетом того, что это pre-alpha objective... Ага, загрузка. О, карта. Ну, да, район, конечно, маленький. Как писали ребята, то, что маленький райончик. Давайте заценим, что здесь есть. Я хочу просто заценить этот шедевр. Там. Так, ага, бежать. Так, у меня есть только пистолет. Так, пойдемте тогда сейчас попытаемся что-то сделать с помощью этого пистолета. Так, опа. Здорово, брат. Джоб, надо... Ай, ты синтега ки про вас, вэй. Вам ки вам. А где? Деливери. А, ну доставка. Окей. Доставлять, скорее всего, мы будем что-то нелегальное. И у меня на это есть целая минута. Погнали, вперед, чё? Так, прыгать мы умеем. Конечно, да, анимации корявень. О, хата. Моя, походу, да? Подождите, а может здесь есть... так. Субтитры. Так. Интерфейс. Subtitles on. Ладно. Давайте сразу же поставим нормальный часовой пояс. Так. Субтитры, конечно, есть, но... Они не суб... Так. О, слышите, персонаж даже... О, мне походу где-то в жопу мира двигаться надо. Если до сих пор не добежал, а я уже задохнулся. О, а я не успею за такое время. Шо, а где коробка? Где коробка? Шо? А где... Окей, я коробку потерял. Так, а как отказаться от работы? Братан, я твою коробку потерял. В асфальт она провалилась. Так, как отказаться от этой работы? Так, понятно, никогда. Так, ладно, погнали. Попробуем подойти еще раз к нему. Может, он мне что скажет на эту... О! Старая, я тебе могу всечь? Могу. Ё-моё. Сорян, мужик. Работа провалена.
Ни хера себе. Я старым ушел. Wait, por favor. Так, ага, машина. Конечно, управляются они все весело. А там Челикс, а где он сейчас? Он же тут стоял где-то. Или типа все, я работу не выполнил, все, капец. Так, F Steel. Давайте. А я думаю, ребята не против будут, если я у них прям под жопу гоню тачку. Пашка немножко вылезла. Так, ну-ка, подождите, я хочу заценить физику. Да, конечно, модельки машин шедевральные, но... Ну, слушайте. Тут даже есть, камон, увеличение камеры, ну, то есть, как бы... А, вон коробка у меня отмечена. А, вот еще одна доставка. Так. Aqui estão os produtos, só não entrega atrasado, senão você que vai ter que pagar o desconto, tá? Bora ganhar grana de cada dia. Delivery work. Так, а я могу? Так, а я что? Ага, все, я понял. Можно в тачку было садиться спокойно. Так, полицейский разворот, чтобы замутить. О! Ну, слушайте, физика управления транспортом, по крайней мере, на прямой, довольно-таки приятная. Конечно, я не могу понять, почему, нажимая тап, у меня отключается все управление. Все, приехали. Твою мать. Что такое? Где у меня управление? А, вот. Нажимая тап, почему-то какая-то беда с управлением происходит. Опять все, я не успел доставить. Ты идите вы нахер. Ладно, окей, я еще на одну тачку сяду. Как вообще надо успеть доставить-то? Вообще, это... Ну да, если бы я поехал на машине, я, возможно, бы успел. Ладно, окей. Это было... О, автосервис, давайте сюда тогда заедем. Возможно, я сегодня выполню эту доставку гребаную, но хочу заехать в автосервис, это мое самое интересное. Так, стандарт. Бодикит. А... Подождите, стоп. А как? Как поменять? Или у меня то, что типа бабок нету? А, вот меняется. Ну, слушайте, здесь вообще тюнинг так-то типа неплохо. Но, как я понимаю, диски с тех тачек, которые в игре имеются. Пока что. Ну, камон, это альфа-версия. Козел. Это у нас типа что меняется? Резина сама, что ли? Или... Ой. Размер диска. О, я понял. Понял, у меня нашло. Ройки, учитесь просто. Подожди, это нормальная подвеска? Ниже, спортивная. Ну, конечно, немножко жопа задрана, но ладно, пойдет. Так, басы здесь нельзя оставить. Перекраска машины. А почему у меня два цвета на машине уже есть? Что? Ну, это перекраска. Это, в принципе, ничего такого. А, ну это тонировочка. Куда же без этого? Так, а мне интересно, киты. А, во, все. Я понял, как киты можно кидать. Ну, в принципе, конечно, да, все за раз меняется, но... Как сказать-то? В принципе, честно, я ожидал здесь гораздо все хуже. То, что я вижу, мне вообще нравится очень. Ладно, поехали. Так, все, поехали. Так, окей, доставочку мы запороли, но мы еще раз попытаемся. На этот раз я подготовлюсь. У меня машина, на которой я постараюсь не перевернуться. Да, управляемость, конечно, не как в GTA 5. Знаете, мне больше напоминает... Знаете, вот эта физика транспорта, как в GTA 4, такая, типа, прям, гигей. Так, интерактив джоп. Давай, братан, 90 баксов. Поехали. Машина называется Фидери. Так, едем. Я не в ту сторону еду, оказывается. Ёперный театр. А, кстати, здесь же, может же, песник есть, а вот, типа, не пользуюсь я, может, на самом деле, тут есть. Нет, да.
Не, ну за 30 секунд нереально проехать. С учетом того, как весело машины разгоняются. Давай назад, бок. Да, жопа у машин, конечно, вообще высоко торчит, и поэтому прям меня постоянно подкидывает. Так-так-так-так. Тихо-тихо-тихо-тихо, братан, еду. Еду, не мешай, братан. Честно, мне вот эта топорность напоминает... А где? А где точка? А вот, блин, да не, не... Опять не успел. А хотя, подождите, там же 30 секунд дается, типа. Братан, братан, жди, я приехал с карабасом. Chegou atrasado, mas chegou, né? Eu aqui não vou pagar pelo prejuízo. Tá. Nem demorei tanto. Tá, бери уже, давай. А, это первая доставка. Ёп. Паш, сейчас поработаем. Подожди. Так, прямо. Ага, направо, направо, налево. Наоборот, налево, налево, направо. Ну, посмотреть. Так, прямо. Налево. Братан, не едь. Я немножко нарушаю. Налево. Тут, кстати, магазин Солометь, надо будет заехать. Налево. Стопай, стопай, стопай. Налево. Какая-то еще красная цель. Убийство, что ли, кого-то? Направо и должна быть по прямой. Вообще, там красная машина, походу, для того, чтобы угнать. Стопай, 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 я проехал. Братан, 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 стой, сейчас все будет. Так, окей. О, у меня получилось за нужное время, да? Так. Опа. Так, 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 давайте, мы должны успеть. Ух ты, так, ага. Так, сейчас получается, я должен сдать назад. На перекрестке уйти туда, потом налево и на третьем повороте направо. Иди давай. Назад, 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 назад. Давай, 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 давай. Плетись, плетись, плетись. Так, сейчас чисто по прямой. Потом уйти надо будет налево и на втором, на третьем повороте направо. Не забыть. У-у-у-у-у. Так, 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 так. Так. Ёбарный театр. Я не там поверну. Твою дивизию. Я слишком рано, надо было на следующем повороте. Все, я уже не успел доставить. Че, я, получается, 90 баксов не получу? Да вы че? Ладно, окей. Заработком в этой игре плохо. Мне легче морду бить старикам. Так, что у нас там дальше идет? Ладно, с этим мы разобрались, это мы не можем вывести. Так, здесь мы были, это у нас... А вот это что такое? Какой-то курьер, везущий что-то. Давай протестим что-то. Давай хотя бы узнаем. Вперед. Так, ага, он где-то. Походу, это какая-то доставка, что ли, или что опять? Да. Опять доставка чего-то. Пиццы! Ну, это прям типичный GTA. Здорово. Вы мне тоже дадите 10 секунд, чтобы я все сделал? Чё? А, подожди, может, мне надо на... Женщина, летающая в воздухе. Походу, мне надо на мотоцикле это сделать, я как понимаю, потому что мотоцикл нарисовал. Ага, во, 120 баксов. Так, сейчас типа должны быть... А, стоп. Мотобади джоб, деливери менеджер, дебит коллектор. Что мне надо сделать? Может типа... А, вот, все, пизда деливери, отлично. Но с этим, я думаю, справлюсь. Пизу я смогу. Блин, ну опять минута, вы вообще угадали. Не, я, конечно, понимаю, что карта маленькая, но... Меня, конечно, мало вероятно услышат разработчики из Бразилии.
учетом того, что я эту игру с этого скачал, с торрента. Этого вы не слышали. Так, нормально, нормально. Здесь, в принципе, возможно доставить. Конечно. Стоп, братан. Это далековато, что ли? Как тебе? Получай. Блин. Я тут, кстати, играю в этот... В... Как уж его называют? Да что у тебя? Death Stranding, да? И... И опять занимаюсь какой-то доставкой чего-то. Ну, слушай... Как-то вот пока катаясь по карте, конечно, я чувствую прям фризы. Я думаю, вы это видите тоже. И маловероятно эти фризы связаны с моим железом. Скорее всего, ну, немножко все не так круто, как это проработано. Но что хотелось бы заметить? Освещение. Не считая тени, которые появляются, пока я еду. В принципе, освещение, по крайней мере, сделано хорошо. Если я прав, игра на Unreal. Так что, вероятнее всего, поэтому с освещением проблем не бывает. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Леди-леди-леди-леди. Да бери! Nossa, mas demorou demais, tá doido. Tá bom, atrasei mesmo. Так, следующее. Ё-моё. Я сегодня... О, ну прям рядом, ну камон, я должен... Ну вот все, сейчас я точно успею. Точка рядом. Третью доставку я точно выполню. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Воу-воу-воу. Дыш, тут, да, братан. Ладно, срать на мотоцикл. И сам главное пиццу доставить. Бери. О, мотоцикл появился. Еее. 120 бачей. Мы что-то заработали в этой игре. Мотоцикл, шлем, конечно, мы не одеваем мотоциклетный, мы его просто накидываем на себе на бушку. Так, с этим мы разобрались. Эту херню мы типа выполнили. Давайте заценим вот... Мне интересно вот эта работа. Где мы должны что-то там с каршиппингом заниматься. Надо будет потом зайти в хату, я думаю, в принципе. И во все магазины прошвырнуться. Получается, видел только... Ага, 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 ага. Понял, ладно. Нельзя так нажимать надолго. Да что такое? О, отлично. Так, 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 так. Ну-ка, на... А, подождите, во! Во-во-во, я сюда хотел подъехать. Вот так вот. Ну, ждем, где это он там продает. А, я помню, он где-то во дворе, типа, барыжа. Ого-го-го-го-го-го-го-го-го. Брат, ну-ка. Так, шлем пусть исчезнет с меня. Чё-чё-чё-чё есть, чё есть, чё есть. Так, пистоль, 1000, револь, ну это револьвер, автомат, воу-воу. Так, чё у нас, а почему дробовик здесь лежит, ладно. А, ППшечка, еще одна ППшечка, это что за, а, это, этого нету, да? Это, скорее всего, какой-то... Возможно, как раз-таки это были снайперка. О! Броня. Вещь нужна. Граната. 200 баксов. Почему я... А, броню я могу купить. Слушайте, может, револьвер купим? Давайте, я же все-таки гангстера. Так, а как его? Buy item. Ага, то есть я сейчас... А, вот теперь мне надо покупать патроны. Давайте 36 патронов. Я думаю, мне хватит. Теперь... Вот теперь я... А, мазафакер. Ой, я его пушку могу подобрать. Ну, отлично, у меня теперь еще есть одна пушка. Или нет? А, у него точно такая же была. А почему? А я могу вынести отсюда? Нет, нет. Копы едут. Ну, кстати, звезды есть. Ой, вверху такие веселенькие. Блин, слушайте, а что делать? Я, во-первых, все лагает. Во-вторых, здесь выезд только с одной стороны. Ай. Да. Что делать-то мне теперь? Не, подождите, все нормально, сейчас я уйду.
О! Как так? Как мне палить? О, все, отлично. Лучше пистолет из рук убрать. Здорово. Братана, если я вас тачку гоню, вы не будете против? Скорее всего, четкий, да, ребятки? Не против, да? Криминал, комфорт. А, это перестрелка. Ё-моё, блин. Твою мать! Мазафакер! О, блин, менты сейчас приедут еще, ё-моё. Я вообще что-то не ожидал. Альт. А, я могу менять ствол. Ой, ё-моё, слушайте! Fuck the police! А почему копы-то набежали сразу же? Черт! Меня сейчас убьют. Я куда-то вообще под текстуру улетел. О, возможно, это типа местная... так, местная... местная бастет, во. Потрачено. Ну... Сложно пока сказать мое мнение насчет этого всего дела. Ой, так. Давайте еще за... Так, ладно, понятно. Здесь какая-то перестрелка за криминальную территорию. Ага, ствол у меня есть. Прикольно. Ага, через Alt я меняю тип пистолета. То есть, в принципе, все то же самое, что в GTA-шке. У тебя хреново туча пистолетов, хреново туча всего остального. Вот. То есть, типа, один тип ствола ты не можешь взять, как было в Сан-Андреасе. В принципе, патроны... Вот что мне нравится, патроны разные. Плюс к реализму, так сказать. Странно очень, да? Но факт остается фактом. Слушайте, я могу по-быстрому точку вести. Так, мне интересно, вот, получается, сейчас с этим мы разобрались, с типчиком. Магазин одежды, он где-то сзади меня должен быть, да? О, подожди. А здесь... А если я через пробел это делаю? А, ну у меня зажимается просто, понятно. Ручник не держит немножко машина. Ладно. Так. О, ну это магазин одежды, вероятнее всего. Надо, мне кажется, ствол из рук убрать. Так, вот так вот, отлично. Hello. Ага. Так, одно место к любому. Да? Так. Шапочки. А почему, во-первых, у меня персонаж черный? Я так не задался этим вопросом. Так, очочки. В этих очках я еще выгляжу хуже, чем без очков. Ладно, футболочки. Ну, о. Униформа. Полицейская. Бесплатная. Прикольно. Так, шлепки. А что, я могу... Во. О, Рокс. Даже, знаете, это... У меня просто ассоциация даже не с кроссами, а с галошами. О, нормально уже, кроссовки пошли. Конечно, выглядят как бы надавы какие-то, но... Камон. Так, джинсы. Ну, тут, в принципе, шорты. Ага. Куртка. В принципе, нормуз. Нормуз. Нормаз. Ага, безрукавка. Майка. Я прям Томми Версетти, бразильская модификация. Просто шедевр. Ладно, все с вами ясно, женщина. О, слухай, а я могу тебя грабануть? Давай, давай, давай. Роб, я могу сделать. Все, все. Работаем, работаем. Нормально, я все понятно, как я бабки теперь делать буду. Магазины грабить. У-ху. Слушайте, я не завершил так эту перестрелочку. Мне надо сейчас подъехать. Я сейчас броню куплю и... А, нет, нет, нет. Сейчас я пока не сбился с темы, мне надо съездить вот этим заняться. Блин, здесь, конечно, маячков немножко не хватает. Джобс. Джоб. Палас. Сейф хаус. Ну вот надо сейф хаус есть тоже еще.
Так, там где-то я должен буду... Блин, у меня по привычке... Я тянусь, чтобы нажать на Z, чтобы увеличить карту, но... Здесь так не работает. Да, кстати, как мы... Здесь аж три работы в одном месте. Йоу-йоу-йоу, ребят, слишком много. Так вот. Как вы могли заметить, карта здесь... прям, знаете, с GTA... О, блин. Человека сбил, блин, брат. С GTA 4 как будто прям Сэмзаная была. Воу. А, нормально все. Тихо. Кстати, тачки мнутся. Я что, вот это даже не замечаю, езжу, и тачки так остаются. Так, ага, что тут надо сделать? Давайте лучше ствол. Угу, на всякий пожарный. Так, и что здесь надо сделать? О, пёсель! Шарик. Что такое? Что здесь за работа здесь? Так, scrap yard. You need to sell scrap yard. Подожди, до меня дошло. Это же продажа транспорта. Ну-ка. Ё-моё. Как бибик? Так, это я вышел. А как бибикать в машине? Бибип. Бибип. Где бибип? Так, контрол. Комбат, вепан, винилс. Так, хонг. H. Хонг есть. Радио здесь есть. Ага. А, я могу из тачки прям стрелять? Отлично. Нет, это не то. Ждите, стопэ. Сейчас я должен разобраться. Я хочу бибикнуть. Так. Ага, так. Где биб... Ай, подожди, хонг. Радио здесь нету. С этим мы разобрались. Ладно, поехали, посрать. Так, давайте заедем сюда. О, тачку за косарь отдал. Нормально, смотрите, я бабла поднял. Ща можно будет этот... Но я смотрю, это работа не на постоянную основу, то есть, как бы... Ты, братан, красненький, ты куда побежал-то? А чё все разбежались-то сразу же? Я одного только тачку угнал, а все уже убежали в панике. Так, давайте в карту обратно завалимся. Так. Давайте до дома сейчас доедем, посмотрим, что там происходит. Я думаю, мы уже, в принципе, все наценили. Да, это, конечно, преальпа, и ожидать здесь какого-то шедевального контента я даже не смел. Но, блин, я хочу здесь заработать бабок и закачать одну хотя бы тачку. Да. И, возможно, это случится в этом ролике. Ну, точнее, будет монтажная склейка, где я фармлю сначала все эти бабки. Но здесь самая топовая фарма — это убивать людей и... О, травка. Там травка есть. Камон. Сейчас. Блин. Ладно, нет, я хочу домой зайти. А потом травка. Мне больше бабок, чем вы за всю жизнь заработали, шабулда. Так. Так. А я не могу, да, с пистолетом домой зайти? Мама не пустит. О, смотрите, что я нашел. Ща. Здесь целый есть гараж. Не, у меня еще и ворота. Братан, ну что ты мешаешься? Не мешайся, беги уже отсюда. Это типа я тачку сохранил. Поняли, да? Так, а как мне зайти домой? О! А, ну да, тут можно было просто зайти.
Ага, сейф. Сейф гейм. А ну, это как в GTA 5, камон, понятно. Мы ложимся спать. Давай сохранимся. Ночь. Может, ночью появились какие-то работки, которые, ну, как бы, типа, более опасные. Так, а что здесь есть в хате еще? Аптечка. Прикольно. Так, стиралка Ну, свет прикольно падает, конечно. Так, если я прав, здесь все связано с доставкой, так что... Нет, давайте эту тачку я пока оставлю на потом. Ага, хрен открывается. Сейчас угоним чью-нибудь машину. Кстати, а сколько время? Ага, ночь. Так. Ну, конечно, не хватает немножко фонарей. Точнее, они есть, но они не светят. Но, ну, типа луна. Ой. Так, а у нас есть еще где-то продажи тачки? Ой, есть, отлично. Понятно. Еще мы касались, значит, под ним можно даже больше. Надо завести будет туда, значит, более топовую машину. Не вот это. Не то, что я завозил. Ой. Так. А, во! Я нашел гудок, надо было просто зажать. Воу. Здоровенький, хлопцы. Что делать? Yes. Что сделать? О, 500 бачей! Так, I difference. Да вы что, охренели псы, что ли, а? У тебя когда патроны кончатся? Ну, дело. В смысле? Опять? Эти криминальные разборки. Ёптерный театр, а. Я думал, это работа, блин. Ну, ладно. Повоевать так повоевать. Че, эти идут сюда? Гангстеры, блин. Так, а у того сколько патронов? О, нормально. Мне с береты как-то постабильнее, спокойнее. Ох. Ё-моё. А почему я через него прям попадаю? Тихо. О, отлично, я присел. На. Мазафакер, блин. Че думал? В гангстеры попал. О, у меня пуля отскакивает от земли. Ладно. Давайте я спрячу здесь. Поменяю ствол. Ага, во, отлично. Блин. Негры в ночи вообще прям просто сливаются. Я вижу просто по ногам. А, у меня восстанавливается хп потихоньку. Да он умрет сегодня, а. Умри уже, пожалуйста, чел. У меня, слушайте, патронов не так много осталось. Воу! Вот он. Блин, как тебе по голове-то попасть, а? Братан, 3 патрона осталось. Да чтоб тебя... Да ж какого хрена? Пошел нахер, пошел. Мне патроны нужны срочно. Нет. Я не хочу умереть. Быстрее. На тебя нахер. Че думал, нахер. О, ну все, вам вообще мандец полнейший. Ой. Так, все. Так, я... Моментально в кашу. Так, быстренько. Патрончики. Блин, патронов здесь вообще, конечно, бедово. Надо было мне побольше купить. Хрен вы меня убьете. У меня здесь идеальное укрытие. Извиняюсь.
cuidado. А, это гангстер? Да, я угадал. Да твою мать! Отстаньте от меня! Вперед! А, нет, 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 нет! Блин, проиграл. ЦПФ Кантеллудо. Вот такой непонятный. О, жесткая игра, жесткая. О. Но, честно, она мне понравилась очень. Я, конечно, не знаю, у меня 4000 баксов. А где у меня? Я типа стволы просрал, что ли? Я же вроде как, типа, Блин, я стволы просрал. Так, ну, ребятки, я думаю, на сегодня Воу, вот эта территория. И типа, если... Ну ладно, разберемся потом. Так, ребятки, я думаю, на этом все. Мы, конечно, погоняли в это шедевральный шедевр. А если вам понравилось... У меня, в принципе, в планах... Устроить секундарь. Короче, пройти здесь все. Я попытаюсь. Если опять же вы хотите, то напишите в комментариях. Типа, давай, Маркус, еще парочку подобных роликов. Игра прикольная, хотя бы ради интереса. Вот. Напишите в комментах, я обязательно все это выполню. Не напишите, я это выполню для себя. Вот так вот. Ну что? Это была игра 171. Если вы захотите ее скачать, скачивайте. Потому что сейчас мы в Стиме ничего с вами не купим. Ну, большая часть из нас, те, кто не создавали аккаунты, в том числе и я. Мне на этом все. Если тебе понравилось, подпишись на канал, поставь лайк и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну, а я с вами прощаюсь и удаляюсь.